В минувшую субботу в Музее военно-воздушных сил в Монино прошел очередной этап соревнований по авиамодельному спорту в классе гоночных мультироторных моделей – Кубок памяти маршала авиации Красовского. Битва дронов – это направление в новом виде спорта дрон-атлони – командные тактические соревнования, в которых на одном полигоне действуют беспилотники различного типа. Игрок должен собрать и подготовить себе дрон для гонки самостоятельно. Соревнования дают возможность участникам получить теоретические и практические знания в области беспилотников, пилотной инженерии и спорта с применением дронов. В разных округах, в разных городах проходят свои этапы, свои подразделения Всероссийской лиги организовывают соревнования, то есть и победители этих отборочных соревнований отправляются в конце года на суперфинал. На соревнования приехали пилоты со всей России. Так, например, здесь можно было встретить участников из Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Важно отметить, что в гонках могли попробовать свои силы люди с разным уровнем подготовки, начиная от любителей, заканчивая чемпионами России по дрон-рейсингу. Эти соревнования меня привлекают своим адреналином. То, что ты чувствуешь, будто бы ты летишь на невероятных скоростях, ведь дроны могут разгоняться вплоть до 160 км в час. Ты проходишь невероятно сложный акробатический элемент и все это делаешь невероятно быстро. Они приехали сюда поучаствовать, посмотреть на летательные аппараты, которые у нас, оставить большое о себе хорошее впечатление, чтобы потом рассказать о нашем музее по всем нашим уголкам нашей необъятной Родины. Суперфинал Всероссийской лиги гонок дронов РДР 2020 года состоится уже совсем скоро. На него отправятся пилоты, продемонстрировавшие лучшие результаты на отборочных этапах. Мария Буржинская, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.